без границ. До начала конференции остается 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сегодняшнего дня в том, что сегодня на сцену выходят самые требовательные и справедливые руководители дочерних предприятий. Ваше
несмолкаемые, бурные аплодисменты Ирине Садвакасовой, руководителю отдельного предприятия «Казахстан». Наталья Выродова, руководитель дочернего предприятия «Кыргызстан». Конференции. Я очень рада, что несмотря на то, что сегодняшнюю ночь практически никто не спал, все сегодня в зале. После вчерашнего тренинга мы все видели, как все вышли в сторис, в тиктоке, стали активно использовать те инструменты, которые получили вчера на конференции. Но сегодняшний день – это просто потрясающий день. Сегодня на эту сцену выйдут лидеры 4 стран, которые будут выступать с темами, которые интересны всем, которые поделятся своим опытом, инструментами. И я, конечно же, всем рекомендую слушать, записывать, впитывать в себя все как губки. И по приезду домой, конечно же, применять все на деле и расти с каждым днем в званиях и в чеках вместе с компанией «Faberlic». Саламатсыз ба, урматтуу достор! Я тоже рада приветствовать в этом зале сегодня всех. И мне было очень приятно, когда вчера в течение дня ко мне подходили многие директора и выражали благодарность за то, что некоторые из них попали первый раз в такой шикарный 5-звездочный отель. Кто-то первый раз присутствовал на такой мощной конференции. Кто-то вообще первый раз летал на самолете. И мне тоже хочется выразить слова благодарности нашей замечательной компании за организацию такой акции. Поддержите, пожалуйста. А также мы от всей души искренне благодарим гостеприимный, радушный Казахстан за такой теплый, шикарный прием. Спасибо, удачи всем. Ассалому алейкум, Дустони Азиз! Мы от всей души желаем вам мира, любви и всего самого светлого. Пусть искренность, доброта и любовь всегда останутся в нашей любимой компании «Faberlic». На эту сцену я хочу пригласить особого гостя. Попрошу всех сконцентрироваться, приготовить ладошки, ведь эта нами всеми любимая женщина впервые приехала в Казахстан специально на нашу конференцию. Это уникальная женщина, добрейшей души человек. 25 лет в индустрии сетевого бизнеса. Я люблю вас, и я очень рада, что мы сегодня вместе здесь собрались. Нас почти 700 человек, и это здорово. Ну, как у вас прошел вчерашний день? Отлично! А как себя чувствуют Таджикистан и Кыргызстан, которые добирались сюда почти 24 часа? Огромное спасибо именно вам в том числе, потому что, конечно, это дорогого стоит, чтобы принять на себя ответственность, первое, пройти по нашей акции, а второе, понимать, что какая у нас долгая и непростая логистика. Ну, а перед тем, как я еще скажу пару слов, внимание на экран.
один участник среднеазиатской лидерской конференции. От лица всего нашего большого офиса, всей нашей команды, хочу вас поблагодарить, что вы съехались вместе, проведете эти дни, многому научитесь, обо многом узнаете. Хочу поздравить вас с началом конференции. Наша компания стремительно развивается. Этот рост нужно обеспечивать, и только за последние месяцы мы набрали на фабрику более 100 дополнительных сотрудников. У нас готовится большое количество новинок, о которых вы узнаете в ближайшее время. И мы готовим для вас новые интересные акции, которые тоже будем сообщать. Хочу вам пожелать по максимуму использовать это время, получить как можно больше знаний, обменяться энергией, найти себе новых друзей. Успешного вам мероприятия! У нас не все мальчики смогли с нами доехать, но уверяю вас, что в Москве и по всему Коперлику идет очень активная работа. У нас действительно большое количество новинок нас с вами ждет. Единственное такое, ну, может быть, пока временные такие трудности, это будет связано с логистикой, но мы тоже над этим активно работаем. Поэтому переживать не нужно. Но что мы точно знаем, что акции будут, и мы с вами с нетерпением ждем, когда же у нас продлятся наши бизнес-акции. Поверьте, это тоже будет. Давайте немножко подождем. Вот уже у нас вошла стартовая программа. Вот уже в трех странах появился наш любимый, в свое время нелюбимый лайк, непонятный, а теперь любимый лайк. Ну и, естественно, в течение какого-то небольшого периода, возможно, в конце этого года, возможно, в начале следующего, нас ждет и его старт по другим странам. Поэтому давайте подождем, все будет, и в этом мы с вами можем быть уверены. Но что мы точно совершенно понимаем, что теперь акции мы будем проводить в том числе и локально, потому что мы поняли, что мы настолько большие, мы настолько разные, и у нас разные менталитеты, и об этом говорит вот эта акция, по поводу которой, в результате которой вы все здесь сегодня собрались. Потому что мы понимаем, что мы так можем более внимательно относиться к тем ситуациям, которые существуют в стране, и локально эти акции направлять на то, что необходимо каждой стране. Поэтому вот это результат, но а результат самой поездки, я думаю, тут я соглашусь со своими коллегами, что это мы с вами увидим уже не только в том, что вы услышите, не только в том, что вы увидите, а, конечно же, в добром отношении друг к другу, в эмоциях, которые будут в зале, в командах, которые находятся в зале, и в тех людях, которых мы так хотели с вами увидеть, и вот, наконец-то, мы встретились. Поэтому я желаю всем нам удачи, и я передаю слово уже следующим нашим спикерам, которые будут выходить на эту сцену. Ну, внимательно слушаем, записываем. Ждем результата. Спасибо большое, Дима. Ну, мы не можем отпустить без подарка. Но, к сожалению, мы больше путешествуем по работе. И приехав в этот уникальный край, я хочу сказать пару слов. На месте этой земли, Святой Мангыстауской, остались следы древнего океана Тетис. То есть здесь очень-очень много веков назад был океан, и вот остались вот эти вот уникальные породы гор, можно сейчас сказать, степь, луна. Вот хочется, чтобы Ирина Валентиновна смотрела. Ты хочешь, чтобы я сверцала? А я желаю. Я хотела приехать в следующий раз уже посмотреть все красоты края. Слушай, я уже хочу, но я могу сказать, если тут был океан, то значит как раз это нам в руку с вами, потому что океан эмоций, океан любви и, конечно, океан результатов. Желаю вам всем. Уважаемые участники, сегодня, здесь и сейчас пишется не только история компании «Коперлик», а история каждого из вас. И мы уверены, что именно это событие станет для вас точкой отсчета для достижения новых статусов. Один из навыков, который мы приобретаем в нашем бизнесе, это публичные выступления, правда?
И здесь важно не только красиво говорить, но и донести смысл и повлиять на публику. Это очень важно. Storytelling – так называется инструмент для эффективного рекрутинга, донесения смысла в публичных выступлениях и инструмент влияния. И именно с этим, с нами, именно этим с нами поделятся национальные директора компании «Фаберлик». Встречаем Олег и Светлана Заварухины. Зал, стоя встречаем гостей. Бурные аплодисменты. Олег и Светлана Заварухины, Россия. Доброе утро. Доброе утро, три единичных стран и Таджикистан. Потому что там живет наш друг Арангиз Джаферов со своими семьями, не только ее структурами, потому что она всегда работает со всеми, мотивирует всех, и мы ее действительно всей компанией очень любим. Приветствуйте вместе со своим супругом, конечно же. Доброе утро, Кыргызстан! Мы были в Кыргызстане, кстати, в Таджикистане мы не были ни разу. Очень интересно посмотреть, что же это за страна. Доброе утро, Кыргызстан! Мы были в Кыргызстане в турнире международной теннисной команды, и многие помнят нас оттуда, правильно? Есть такие люди? Помогите нам, мы снова с вами встретились. Там прекрасные лидеры живут, наши друзья Мирлан Батырханов с Дарьей Зверевой. Они тоже работают, наверное, со всем Кыргызстаном, и не наверное, а точно знаю. И я думаю, что такими лидерами нужно гордиться. И многими другими, которые есть в Кыргызстане, крутые лидеры, мы ждем вас всех национальных статусов. И, конечно же, доброе утро, мой любимый и родной Казахстан, моя родина. Я родилась здесь, в Казахстане, в Кустанайской области. Училась в Алма-Ате, в 35-й школе, это гимназия, которую однажды Ирина сказала, да, сейчас это гармония гимназия, и мы съездили туда, я побывала в своей школе. Знаете, это совершенно другие трепетные чувства. Обожаю Казахстан, люблю Казахстан и всегда верю, что Казахстан никогда не предаст и будет для нас очень большой и сильной поддержкой в этой жизни. Все мы, многие, родом из Советского Союза. И для нас дружба народов всегда была, ну знаете, крепкой опорой, кулаком, где все мы вместе могли действительно жить, радоваться, быть счастливыми и стремиться к лучшему. Качеством жизни, с достижением и стремлением. Я желаю, чтобы у вас эти мечты и эти действия всегда были вместе связаны воедино с бизнесом, который мы ведем в компании «Фаберлик». Доброе утро еще раз всем! Пока Светлана говорила, я думаю, так надо вот это сказать. Я уже забыл, что я хотел сказать. Единственное, что я могу сказать, вот с тех пор, как прошла международная тренерская команда, три языка я так и не осилил. Поэтому скажу по-русски. Здравствуйте, рад вас всех видеть. И мы сегодня будем работать для вас. И у нас очень интересная тема, которую мы очень хотим, чтобы вы поняли, впитали и начали ей пользоваться. А я хотела выйти со словами «Ассаламу алейкум». Ну, ё-моё! Я могу лишь добавить, что тебя на самом деле зовут не Светлана Заварухина, а по-казахски ты звучишь Саулек Каскербаева. Это моя девичья фамилия, Саулек Каскербаева. Кто перевел быстренько? Волкова, конечно, Светлана Волкова. Молодцы! Да. Вот, я ее узнал, как Саулек Каскербаева. Да. Ну что, давайте начнем про storytelling. Что же это такое, зачем он нам нужен вообще в этой жизни? И почему вдруг вот такое необычное название ворвалось в наш бизнес, в нашу жизнь и даже в наши действительно публичные выступления мы говорим, что это очень важно. А давай спросим, кто вообще это слово «слышал»? Кто такое слово «слышал»? Кто знает, что оно означает? Это понятно. Уже половина рук опустилась. А кто вообще этим инструментом владеет, этой техникой владеет и ее применяет регулярно? Ну, достаточно малая часть зала на целых 0,5. Мы будем очень рады, если после того, как мы расскажем об этом инструменте, количество рук гораздо больше будет увеличиться. Да, я думаю, что вы многие даже не знаете, что вы это используете. Но когда вы узнаете, что это то, что вам помогает усиливать вашу эффективность в работе, вы будете это использовать еще больше. А начнем мы, знаете, с чего? Начнем мы с одной интересной истории.
Начнем мы с того, что по-английски это звучит «once upon a time». По-русски это прозвучает «жили-были» Олег и Светлана. Заварухина. Это были ребята, которые когда-то мечтали о своей квартире, хорошей, трехкомнатной, как минимум. Это ребята, которые мечтали однажды получить права, купить машину и ездить на этой машине. Они мечтали о том, чтобы был финансовый достаток в семье, достойная жизнь, качественное образование сыну и, конечно же, огромное количество путешествий по миру. Потому что эти мечты, они были с детства, и хотелось их воплотить. И однажды они пришли в компанию «Фаберлик». Мы работали. Мы очень много работали. Мы стаптывали башмаки. Мы ездили на троллейбусе на 5 копеек на двоих, передавая билет за спиной, ну, было вся. Это стыдно, но... Но было. Историю в мире не исправишь. И вот однажды, представьте себе... Пошел бурный рост. Эта семейная пара могла себе позволить купить квартиру. И когда она купила эту квартиру, и не просто квартиру, а трешку, 120 квадратов и так далее, один из наших консультантов подошел к нам и сказал: «Ну все, теперь вы, наверное, перестанете работать». Это был действительно очень странный вопрос. Мы посмотрели друг на друга, спросили: «Почему? Почему ты так сказала?» Она говорит: «Ну мы же добились своей цели». Мы: «Боже ты мой, какие цели? У нас впереди целое громадье этих целей. Мы хотим дом, мы хотим посмотреть мир, мы хотим купить хорошую машину, мы много что хотим». И, конечно же, делая очень много обычных текущих плановых действий, каждый день по чуть-чуть, мы шли к своей заветной цели. Мы хотели быть топ-лидерами компании «Фаберлик». Мы хотели стоять на сцене, чтобы нас поздравлял сам президент. Мы хотели действительно войти в круг успешных людей «Фаберлик». И мы много делали действий, которые вели именно этой дорогой к этому результату. И вот представьте себе... Самая заветная мечта – это чтобы Ирина Валентиновна нас знала. Лично. Заветная мечта. Она нас как раз чуть раньше уже узнала. Но дело в том, что мы действительно шли к этой цели, и мы хотели этого достичь. И представьте себе, что мы выполнили разные промоушены на разные образовательные путешествия. А тогда были такие образовательные путешествия в компании, которые не просто приехали, отдохнули, там, наградили и так далее, а были еще очень интересные люди, которые нам давали очень интересный материал, и очень много было в неформальном общении, знаете, внутреннего роста вместе с ними, внутреннего развития. И мы вместе с командой съездили в Тунис, о котором мы мечтали когда-то. Я попала за выполнение квалификации бриллианта в замечательную страну Китай, Шанхай, где мне довелось познакомиться с удивительным человеком Владимиром Малявиным. Вы знаете, вот за этим человеком можно ходить, это великий китаевед, можно ходить и прям записывать каждую фразу, каждое слово, что я и делала на протяжении практически всех дней в этом путешествии. И это была такая золотая тетрадка, я думала: приеду, я всем своим лидерам, консультантам прям буду зачитывать, что он говорил, потому что такие вещи он говорил сильные, что невозможно было вот, ну, с этим как бы, ну, просто быть где-то как бы с другой стороны. Поэтому вот эти успешные лидеры, которые начали расти, выполнять первые квалификации, приехали 20 сентября в город Екатеринбург на Уральскую большую конференцию. И, конечно же, в этот день было много поздравлений. Меня поздравляли... Подожди. Ты забежала вперед. Это 2007 год. Это 2008 год. Мы всегда спорим, еще раз меня перебьешь, скажу всем, что ты моя сестра. Это 2007 год. Мы хотим купить автомобиль. Но не хотелось бы покупать, сами понимаете, что-нибудь такое опасное. И я в новостях вижу, что появилась новая машинка, которая называется Mitsubishi Lancer 10. Я бегу в автосалон, представляете? А там мне говорят: а нет такой машины, ее надо заказывать. Я заказываю Lancer 10. А мы только получили права. Я получу еще раз. Тот. И представляете, он пришел, я был в очереди 21-й. Челябинский. Миллионный город. На миллионный город 21 машина. Приходит машина совершенно другого цвета, не та, которая сейчас. Она действительно была золотой. Ну, то есть золотистый цвет
яркий, наглый такой, махровый цвет, такой золото. И я смотрю на эту машину. Моё. И... Оля, это была такая красивая мечта, как только получу машину, я ее обольью всю шампанским. Ну и, конечно, когда пришла машина, мы подъехали к офису Faberlic, все наши директора вышли, это же наша первая машина, и Олег открыли там с парнями бутылку шампанского или две, и всю машину улили шампанским. Представляете, она просто стекала. Потому что с первого раза здесь не смогли мы отмыть. Она, ну, липкая же все это пух, вот это все это пилипло, это капец. Пока мы не отмечали. Так вот, представьте себе, я получаю машину номер 7. В миллионном городе я двумя пальцами рулю, у меня машина номер 7, на перекрестках все смотрят на эту наглую машину, потому что внешний вид у нее действительно достаточно такой познатный. Мы на этой машине едем в город Екатеринбург. Родной наш город, потому что именно там мы познакомились с Олегом. Я там служила, а она... И, конечно же, на этом крутом мероприятии, где огромное количество наших лидеров, естественно, мы с собой посадили наших лидеров. В общем, мы такие счастливые на своем автомобиле. Мы приехали, и звучит поздравление Светланы Заварухиной с бриллиантовым директором. А знаете, и меня поздравляют! Не торопись, дорогая, знаете, кто ее поздравляет? Я лично познакомился потом с этим певцом. Вы знаете, очень милый парень. Марк Тишман. И он поет песню. Хотел бы для тебя стать всем, и лучше мне тебя не знать совсем. Я стану твоим ангелом. Нету, что приревновать, да? А это непередаваемое ощущение. Сейчас подожди, я про девочек. Кто хочет, чтобы вас так же поздравили с бриллиантового директора? Чтобы пели песню только для вас. Мы знаем точно. Чтобы пели песню только для вас. Чтобы принесли вам букет цветов и прям лично вам объятия. Просто вот прям все слова прям к вам вовнутрь проходили. Я была самой счастливой женщиной. А и вы знаете, действительно, это такое состояние было, состояние полета, состояние взлета, состояние настоящего успеха. Вот когда мы говорим, что такое успех, это про вот эти внутренние ощущения, они же мгновения. Они же вот не навсегда ощущения. Они вот в тот момент, когда происходит что-то, что прям тебя вот пробивает, да? И это тот успех, ради которого, может быть, ты что-то и делал. И это такое хорошее вознаграждение за проделанную работу. И, конечно же, мероприятие закончилось красиво. Подожди, дорогая, тут еще надо сказать... На свои минуты. Мы сказали, что мы приехали из Тюниса, и возле Карфагена, вы слышали, да, по истории, такой город разрушенный Карфаген, там была огромная толпучка. Я там купил сумку из кожи антилопы. Сумка, которую можно было вот в ладони, ну вот, сумка в ладонь положить. Я не буду говорить, сколько она стоит, поверьте, она стоила очень долго, дорого, и мне эта сумка настолько нравилась. И в этой сумке были упакованы всякие вещи. Светильные вечерние платья. Аппаратура. Потому что после мероприятия, на котором мы были, мы должны были ехать на мероприятие, на которое нас пригласили. На трехдневное выездное мероприятие лидерское, где мы должны были проводить. В том числе, проектную сессию провести. У нас в машине, в нашей дорогой красивой золотой машине. Подожди. Евгения Демидова сказала, так, Олег, ты отвечаешь за техническую часть. Евгения Демидова – это наш региональный менеджер, директор Уральского региона по продажам. И говорит, ты должен будешь взять ноутбук, кто там у тебя был еще? Ноутбук, DVD-проигрыватель, фотоаппарат. Видеокамера, которую мы только купили новейшую. Да. Фотоаппарат, тренога, в общем, вся аппаратура для того, чтобы можно было проводить мероприятие. Конечно же, раз мы едем на 3 дня, нам будет банкет. А когда женщины собираются, очень часто бывает так. Какое же платье одеть на банкет? Какое же платье одеть на банкет? Ой, это хорошее. Это... Возьму сразу 2, какая я там разберусь. Я беру 2. Самое лучшее. Лучше платье.
У меня была красивая накидка из там какой-то. В общем, все такие мечты, которые, когда начинаешь зарабатывать деньги, начинаешь покупать, да, вот все эти такие. В общем, тут еще из Китая сумочка, тут там тетрадка от Морягина, ноутбук со всеми презентациями, со всеми нашими, со всей работой, как у вас обычно, да, ноутбуки, все. Вот все, что можно было, в общем, мы с собой взяли. Помимо того, что разные одежды еще. Это был 2007 год, еще раз напомню, 2008, ладно, пусть так сейчас. Так вот, у многих людей тогда, к сожалению, еще не было возможности купить машину. Многие приехали на автобусе, многие приехали своими сумками. И подходили люди и говорили: слушайте, ну вот мы когда мы с вами на ленинное мероприятие, давайте мы эти сумки... Чемодан. Вам чемодан, да, сумки, чемоданы, авоськи там. И так далее. Положим к вам багажник. Мы это все, конечно, положили. Были даже люди, которые доверили нам и нашей машине паспорта. А, нет, это была отдельная вещь. Мы должны были привезти паспорта на визы. У нас 3-4 человека летели в Италию. И мы собрали все документы, и Евгении Демидовой должны были передать для оформления визы европейской. Они летели все в Италию. И вот эти паспорта были у нас в машине. Женя говорит: не надо сейчас пока на мероприятие, мы приедем туда, и у вас все примут. Хорошо. Ну, в общем, мероприятие закончилось. Мы выходим счастливые, ждем, когда весь кортеж поедет в Лидовский туда на мероприятие. Мы говорим: Жень, давай мы уже поедем. Она говорит: да подождите, сейчас поедем в кортеж, все вместе. Ну, хорошо, ждали, ждали. И в какой-то момент мы говорим: все, Жень, мы поехали, а потихонечку будем подтянуться. Да, здорово, все, езжайте. Мы выходим. Я говорю: Олег, а где наша машина? Я говорю: ты ее переставил, что ли? Он говорит: нет. На месте, где стояла, там и стоит. Я говорю: ее нет. Он говорит: как это нет? Что ты придумываешь? А он там вот буквально на расстоянии 15 метров от меня. Я говорю: Олег, машина в том месте, где она стояла, нет. Он говорит: не понял, что за шутка? Не так, там были непечатные слова. Естественно, они вышли с Ильей Устратовым: давай смотреть. И у меня в руках ключи и... как это называется? Брелок с защитой Шерхан, тогда был, как сейчас помню. И я смотрю, и на брелке пошли вот эти, знаете, когда включаешь ключ зажигания, и какой-то дым идет там. Клубы дыма пошли. Я говорю: слушайте, ее где-то завели только сейчас. Вот только сейчас ее завели, где машина? Все давай быстро смотреть по сторонам, где машина, искали машину. Машины нет. Они вскочили в другую машину, поехали искать вокруг, машины нет. Вы представляете, нет машины, на которую мы приехали, на мероприятие. Там вся аппаратура, там все, там букет от Марка Тишмана, там мой любимый плащ, там три паспорта для людей, которые едут в поездку, там ключи от квартиры, от офиса, печать индивидуального предпринимателя. Короче, там все, там мои платья два вечерних, там мои туфли красивые, фотоаппарат, ноутбук со всеми, там... Там тетрадка от Владимира Морягина. Там сумочка из Китая, новая, красивая, классная. Ничего там сумочка нет. Из Туниса. Из кожи такой. Ну там саквояж с Италии, который Олег ходил и купил кожу. Знаете, всегда думаешь, что с тобой этого произойти точно не может. С кем-то другим, да, может быть. С кем-то как-то происходит. А вот с тобой... Когда у тебя все складывается, когда у тебя все хорошо, часто себя ловишь на мысли: это с кем-то, это не с тобой. У Макаревича в песне есть, помните, там в одной из песен там строчки: я думал, что я кто-то из немногих. И думали, что вот что-то произойдет, но только не с тобой. И вот это с тобой происходит. И ты стоишь и ловишь себя вот в пространстве и понимаешь, что это с тобой, это ты. И вот то, что нужно было, вот этот главный инструмент, его больше нет. Твоя мобильность. Потому что для нас автомобиль был мобильностью. Мы звоним Ирине Валентиновне. Ирина Валентиновна, скажи, пожалуйста, куда сейчас звонить? Где ее искать? Ирина, наверное, очень хорошо помнит этот момент. Ну, понятно, сказала, позвонили в милицию, там, там, там. Вот знаете, какой-то момент до тебя очень долго еще не может дойти, что это уже произошло. Такое ощущение, что сейчас все найдется и все будет хорошо. И мы стоим и понимаем, что что-то произошло такое, что вот, с чем мы еще не сталкивались в этой жизни. И только когда приехала милиция, и мы сели в машину в милицию, чтобы поехать в отделение, я поняла, что машины нет. А еще кто-то из ментов сказал:
да, это бесполезно. Она была вот такого... Потому что там работает уже конкретная... Она была вот такого ростика, маленький следователь. Она подходит, вот так приобнимает все это, говорит, да забудьте вы. Представляете, в этот момент забудьте вы о том, что у вас была машина. Вы понимаете, о чем вы говорите? А она мне смотрит на меня, она такого ростика, правда, маленькая. Она смотрит на меня и говорит, вы не те фильмы смотрите. И мы поняли, что все. И когда я села в машину, у меня просто потекли слезы. Они просто потекли. Знаете, наверное, с одной стороны, жалко машину. С другой стороны, наверное, жалко нас, попавших в эту ситуацию. С третьей стороны, за что такое наказание в этот день, когда ты почувствовал вот этот успех? Про что это? И в этот момент звонит Александр Кованков и говорит, Свет, как дела? Я говорю, я уже все знаю, Карина Валентиновна. Машина застрахована? Я говорю, ну да. Он говорит, подними руку вверх. Я говорю, зачем? Подними руку вверх, а я в машине, в милицейской. Я говорю, ну подняла, а слезы текут. Он говорит, скажи, ну и хрен с ней. Я говорю, тебе хорошо, говорит, там, в Москве. А я здесь, первая машина, мечта. На чем теперь будем ездить? Он говорит, подними руку вверх. Я говорю, ну подняла, он говорит. И прям таким этим напором. Я говорю, ну и сказала, ну и хрен, все, забудь. Я говорю, как забудь? Как забудь? И вот понимаете, мы с этим состоянием поехали в милицию. Мы разбирались там где-то до двух ночи. Ну там бесполезно, там все, такая заявление, все прочее. И в этот момент я столкнулась с ситуацией, когда я позвонила своей двоюродной сестре, что у нас вот так и так случилось такое несчастье, вот машину угнали, она говорит, ну чем я тебе могу помочь? Ну да, у нас в Екатеринбурге такое бывает и очень часто. Для меня это был такой, знаете, второй шок. И какое-то внутреннее, знаете, вот я всегда говорю про отношения. Про отношения, про отношения. А когда это еще и близкие люди, ты не понимаешь, почему так. И когда мы выезжали в 2 часа ночи из милицейского участка и ехали на трехдневный семинар, в том, в чем мы остались, я говорю, слава богу, сумочка с собой. Потому что там был паспорт, там были деньги, там, ну, как-то были вторые ключи от квартиры. И вот это состояние, когда ты едешь... Подожди. А вы домой поедете? Подожди. Я говорю, нет. Как вы думаете, когда мы вышли из милицейского участка, какие наши действия дальнейшие были? Что мы сделали, как вы думаете? Еще раз, громче, пожалуйста. Мы поехали на мероприятие. Мы поехали на мероприятие, потому что три дня, и у нас там одна из главных ролей. Мы проводим проектную сессию, мы выступаем, мы организаторы, в том числе, этого мероприятия. И у нас не было другого выбора, потому что мы должны быть там, где мы нужны в этот момент больше. Я хорошо помню, я стоял за столом, на котором гоняет бильярд. Ну, простите меня за эту честность, я выпил почти целую бутылку водки. Ну, мы тогда еще как-то... Нет, его просто подливали. На, а он опять, машина, там... Он в одном глазу, я все прекрасно помню. Вообще ничего не брал. Это был не стресс, это была растерянность. Это была растерянность, потому что я прекрасно помню каждую минуту. Я не углюкался, я не зарылся носом там в чудо, ну, в этот, в два аргумента там и... Понимаете, была просто растерянность такая, мы прекрасно понимали. Вот, внимание, мы прекрасно понимали, что за нами наблюдают. Мы прекрасно понимали, что сейчас мы образцы того, как надо относиться к материальному. И нам сказали, хорошо, что взяли машину. И это, знаете, это такая проверка, как мы потом для себя ответили. Привязка к материальному. Мы ведь очень часто с вами очень сильно привязываемся к материальным вещам. Ах, что потеряла телефон. Ах, как же теперь жить без телефона. Ах, что-то там дома не так, что-то вот. А вот когда у Розы сгорела дача. Ой, дача, господи. Ваня. Ваня, 200 квадратных метров. Конечно, жалко. Но насколько ты к этому привязан, насколько ты позволяешь себе войти в этот стресс и сделать так, чтобы стресс управлял тобой и разрушал твою будущую жизнь, потому что ты всегда будешь вспоминать об этом. Естественно,
Вот знаете, опять про отношения. Когда мы приехали в 2 часа ночи, нас ждали наши девчонки. Дмитрова Евгения, Светлана Луговых, Елена Некрасова, Адрианова, Наталья. Это наши партнеры. Они ждали нас, оставив нам ужин, потому что мы же голодные. Они нас тут, давайте, это все, мы вам сейчас все. А я понимаю, что я осталась вообще без ничего. У меня нет даже зубной щетки. Утром встать и почистить зубы. Нет? Нету макияж навести, ничего, умыться, шампунь и так далее. То есть нет ничего. Спасибо Ирине Валентиновне, которая принесла мне свой плащ, это правда, он тебе будет великовать. Ну какая разница, ну мне, вот что-то холодно вечером. Спасибо, Ирина Валентиновна, тебя никто не просил привозить плащ, ты сама догадалась, друзья. Вот в чем смысл. Средства гигиены. То есть, знаете, вот эта внутренняя поддержка тех людей, с кем ты вместе делаешь общее дело, оно оказалось гораздо больше, чем даже просто родные люди. И я всегда говорю, у нас отличные люди работают в компании. И есть иногда те люди, которые проявляются и в радости, и в горести, не только в горести, но и в радости. И не только они радуются твоим успехам, но и проявляются тогда, когда тебе очень плохо. Конечно, мы провели шикарное мероприятие. На банкете, правда, я была в своих брюках и в рубашечке, без пиджачка. Но, тем не менее, банкет был классный. И тогда запустилась программа Peugeot, автомобильная программа от компании. И когда был Борис Горшков, который подарил мне Peugeot и сказал, Света, у тебя теперь есть точно мотивация на участие в этой программе. Подарил маленькую машинку. Маленькую, а до сих пор у нас как символ стоит того времени, напоминание. Конечно, мы приехали домой и поняли, что мы ехали домой в автобусе и говорили, туда на золотой машине. А обратно в автобусе, как обычные люди. Это чтобы мы не отрывались от народа. Вы знаете, здорово и важно, когда лидер никогда не отрывается от народа и может почувствовать, что происходит с людьми в тот момент, когда ты вообще в другом мире живешь. И мы всегда очень часто именно бываем среди людей и все время, знаете как, соизмеряем, что ли, что мы делаем, что они делают, что у них в голове, о чем они мечтают, с тем, о чем мы мечтаем и что мы делаем. Для чего мы рассказали эту историю? Мы, конечно, приехали и через неделю купили Toyota Corolla. У меня потому, что в 2006 году было в желаниях написано Toyota Camry серебристого цвета. Я говорю, Олег, какого черта вам все купили золотистого? Это не по цели. Сейчас у нас две машины, наконец-то я реализовала свою мечту Toyota Camry белого цвета. И, знаете, эта история про что? Я снова возвращаюсь к привязку к материальному. Вы знаете, сейчас происходят очень разные вещи на нашей планете, и когда люди теряют квартиры, дома, машины, все свое нажитое имущество за долгие годы, эту комфортную, хорошую, обеспеченную жизнь, то кажется, мир рушится вокруг тебя, и все закончилось в этой жизни. На самом деле, самое главное, самое ценное – это жизнь. Это отношения, это те люди, которые тебе в этот момент протягивают руку. И это самое дорогое, которое есть в этой жизни. Все остальное материальное заработаем еще. Все остальное это остается в нашей голове в виде компетенции, в виде качеств, в виде наших внутренних способностей на стрессоустойчивость, на преодоление ситуации, на то, чтобы не показать, как ты сильно расстраиваешься из-за этого. Слушайте, все наживное. И это тоже наживется. И вот сейчас мы возвращаемся к нашему сторителлингу. Это тоже история, это тот же сторителлинг. Но чему она научила нас? Научила отношению к материальному. Она дала нам огромный, знаете, такой веер разложить в виде понимания того, а про что это и для чего это. Мы очень много проанализировали, что мы делали, как мы делали, почему это с нами произошло, что нужно сделать теперь по-другому, как нужно теперь по-другому относиться к тому, что ты делаешь, к чему идешь. Ведь многие люди на этом останавливаются и говорят, все, одна нам девушка сказала, я бы уже вообще ушла из Соберды. Я сказала, ты считаешь, что ради вот этого можно уйти? А для меня, видите, Фаберлик – это дело жизни. Это не про машину и квартиру. Это не про то, сколько денег я взяла в объемной скидке. Это про другое. Это про отношения. Это про структуру. Это про истории наших людей. У меня таких историй огромное количество. Я их всегда рассказываю, когда рекрутирую других людей. Я рассказываю истории, когда смотрю на тех, кто по какой-то причине идет, у него не получается. Знаешь, хочешь, я тебе скажу, когда у меня не получалось?
И мы говорили про то, как не получалось у других людей, как у меня не получалось, и как я вышла из этой ситуации. Мы сейчас буквально 2 минуты посмотрим на слайды. И дальше, следующий слайд. Запишите себе, для чего нужны истории. Ну, понятно, это инструмент влияния, это инструмент рекрутинга. И как эта техника устраивается? Очень важно правильно рассказать эту историю. Скажите, чтобы люди, пожалуйста, действительно ее слушали. Вот ту историю, которую мы вам сейчас рассказали, она была интересна вам вот для слушания? Очень, очень. Если бы мы эту рассказали историю как факт, было все, нету. Это было бы интересно? Нет. Следующий человек. А ты? Как вы считаете, вот мы, мир, который рядом с нами, который вокруг нас, и мир, в котором мы его как видим? С помощью картинок или с помощью фактов? С помощью картинок, конечно. Мы умеем рассказать чувства, эмоции, отношения и многие свои другие вот излияния изнутри в форме картинок. Как это? Как, чтобы наш собеседник, человек, который сидит напротив нас, он понял, он начал, очень важное слово, эмпатировать, то есть сочувствовать, сопереживать. Ведь это чувство, вернее, это качество, оно приобретаемое, это не врожденное качество эмпатичности. Мы учимся сопереживать, сочувствовать, сопонимать. Это качество для нас, для сетевиков, оно чрезвычайно важно. Но для того, чтобы человек начал нам эмпатировать, нужно уметь увлечь его своим разговором, даже презентацией простой. Можно говорить о том, что в нашей компании 48 стран открытых и так далее. А можно говорить, представляешь, уже! Дальше. Это мы пропускаем, понятно, вот мы сейчас были в этой ситуации. Следующий слайд. Смотрите, очень важно, чтобы ваша история всегда была, знаете, такая трагедия. Какое-то вот проблемное поле, которое с вами случилось. И я вам скажу так, чем хуже герою, тем интереснее слушать людям. Так получается, что нас приковывает внимание к какой-то ситуации, при которой что-то произошло, и вот и как он жил дальше, и что он дальше чувствовал, и как он из этого выбирался. Вот это очень важная вещь. Поэтому очень важно вот эта глубина внутреннего эмоционального переживания, этого состояния. Поэтому если вы будете действительно образно это, ну, как на самом деле было, как вот действительно вы прочувствовали, что ну я ревела, ну что теперь, ну ревела. Но я поняла, что это не трагедия. И хорошо, что, может быть, действительно взяли машину, потому что нам многие говорили, а если бы поехали, может быть, там авария какая-то или еще что-нибудь. Это значит просто материально забирать. Мы, кстати, все время на проверку с материальным, прям вот проходим эти проверки все одно за другой. Но очень важно, как вы из этого вышли в состояние, как вы выбрались и что, чему вас научило это. Следующий слайд. Должна быть обязательно интрига, да, которая нарастает. Ну и что дальше? Ну и что, почему ты это рассказываешь? Что же случилось дальше? Что это кульминация? Что произошло? И, конечно, потом движение к развязке. Какое решение было? Следующий слайд. Откуда мы берем эти истории? Ну, первое, из прошлого опыта. Вот мы взяли эту историю из прошлого опыта. Второе, это с повседневной практики. То, как мы сюда добирались, у нас отдельная история. Она для нас такая, знаете, очень интересная, обширная и очень поучительная. Прям вот все, понимаете, много чего происходило. Но мы себе сказали, нас тут 700 человек, нам многие уже сказали, да уже ладно, не едьте, чего, какая разница, ну и так ситуация там в стране. Я говорю, нет, нас ждет 700 человек из этой страны. Меня ждет мой любимый Казахстан, моя родина. Я не могу не быть здесь, потому что я в пандемии не была здесь. И мне правда очень хотелось встретиться со всеми, с кем мы знакомы и незнакомы. И, конечно, мы берем сообщения с коллегами. Я очень много историй беру из наших людей, вот из тех, кто с нами вместе работает. Потому что я знаю историю каждого. Какие они прошли этапы, какие жизненные перипетии. И это все истории, которые мы можем использовать для донесения смысла к людям. О чем мы хотим с ними поговорить? Следующий слайд. Нет, я здесь хочу добавить вот что. Коллеги. Следующий слайд. Коллеги. У вас у всех есть своя история. История развития, история возникновения вас как лидера. Задумайтесь, эта история интересна вот для тех, кто будет вас слышать. Ведь люди хотят услышать историю вашу как
что вы прошли, что вы прочувствовали. Если вы придете и скажете, я жена там человеку, у которого есть свой мыльный заводик, и в принципе мне ничего не стоило для того, чтобы там закупить, там, это вы будете никому не интересны. Сформируйте свою историю, сформируйте свою легенду, как вы родились, как вы оформились, как вы оперились. Это очень... Олег, я так что-то сделала, а мы сейчас буквально проведем пятиминутную практику. Я так что-то сделала, Олег, а ты решил? Пятиминутную практику. У вас будет у каждого по 2,5 минуты на человека. Сейчас разделитесь в парах. Разделитесь в парах. Прямо определите быстрее с кем. Вот в парах прям кто с кем сидит рядом друг с другом. Это поверьте, не больно. Это маленькая практика, которая сейчас очень важна. Я не вижу, как вы разделитесь. Повернитесь хотя бы друг к другу. Улыбнитесь и скажите, ты моя пара. Отлично. Смотрите, сейчас один первый начинает рассказывать свою историю провала. Мы ищем быстренько в своей памяти, где у нас есть какая-то история провала, какой-то нашей неудачи. Где мы вот хотели что-то такое, а у нас ничего не получилось. И какую мораль, какой вывод мы получили с этой историей. О чем сейчас я точно понимаю, что я смогу. Один начали рассказывать, прям засекаете 2 минуты, 2,5 минуты. Потом меняетесь, второй рассказывает. 5 минут на истории провала. Отсюда уйдет 300 историй провала. Помогут они нам в дальнейшем с выводом морали? Помогут? Нет. 700 историй у нас было. Все, повернулись, время пошло. Я засекаю. Прямо что приходит в голову первое, рассказывайте. Важно, чтобы вы сейчас проговорили эту историю. Какую-то свою неудачу, какого-то своего провала. Поменялись, теперь рассказывать следующий. А, мораль, скажите вывод. Вывод какой у вас после этой истории был? Что вы поняли? Благодаря этой истории. Завершаем. Говорите быстро, что, в чем мораль этой истории. Чему она вас научила, эта история? Я думаю, в обеденный перерыв вы продолжите рассказы этих историй. Я вас очень прошу обязательно порассказывать друг другу, другим людям ваши истории, которые вас чему-то в этой жизни научили. Особенно истории провала. Мы очень часто говорим про истории успеха, но очень редко говорим про истории провала, которые являются как ключевыми, чтобы мы действительно могли что-то взять как урок из этих. Скажите, я думаю, что вы уже закончили. А можно у вас вопросик буквально? По вашей истории, мораль какая? Жена не умеет говорить по-русски. Одна минуточку тишины. Тишина, все у нас упражнение. Давайте послушаем молодого человека, который скажет сейчас мораль той истории, которая с ним произошла. Что он вынес как урок? Урок, то, что она говорит, то, что были с ними неприятности, потом вывели его на успех. Чтобы любые неприятности всегда ведут нас к успеху, это я вам перевожу. Поэтому не надо бояться ни неудачи, ни неприятностей. Это путь к успеху. Чем больше, тем быстрее мы пройдем все испытания и придем к своему результату. Вам наш с нами. Пожалуйста, буквально еще скажите, пожалуйста, у вас какая мораль из вашей истории? Моя мораль такая. Чем тяжелее, тем лучше. Почему? Потому что появляется уверенность, появляется желание работать все лучше. У вас мораль какая? У каждого человека есть свои трудности. У каждого. Сетевого, который пришел в этом зале, да? Но нужно перебороть себя. И нужно идти только вперед. Маленький подарок. Кто еще буквально скажет одну мораль, кому интересен журнал? Бегом, девушка, бегом, бегом, прям бегом. Очень важно, чтобы мы поняли, что ни одной ситуации не бывает просто так. Она всегда приходит нам к урокам. Здравствуйте. Я думаю, что мои проблемы, мои провалы сделали меня еще сильнее. Я добилась всего того, что сейчас добилась. А можете назвать одно какое-то качество, которое появилось благодаря какому-то провалу? Уверенность больше в себе. Еще уверенность. Отлично. Если что, поговорим после еще в перерыв. А смотрите, очень важно понимать, не просто так все происходит с нами. И самое главное, в этот момент не сдаться, а две
дальше. Опустить руки всегда можно, в любой момент. Это не требует большого труда. Уйти всегда можно, это тоже не требует большого труда. Успех требует большого труда. Вот туда надо учиться идти, преодолевая все препятствия и все преодоления. Буквально смотрим на схему, что должно быть обязательно в сторителлинге, в истории, которую вы рассказываете. Итак, первое, что можете записать себе, можете потом найти эти слайды, это не супер надо. У истории должна быть обязательно цель. То есть с какой целью вы рассказываете своему собеседнику ту или другую историю. Второе. Необходимо создать образ главного героя. Кто этот главный герой? Если я рассказываю о себе, то, что я провожу презентацию и вот в нашей компании 47 стран, и что? Ты-то какое отношение? Вот нужно показать свой. Образ. Портрет человека. В действии должны быть обязательно конфликт. И сверхзадача. Ради чего и что случилось? Герой должен преодолевать постоянно возникающие препятствия. Какие препятствия были на пути? Прямо вот что конкретно я преодолевал и что, как с ними справлялся? Интрига должна сохраняться на протяжении всего рассказа. Очень важно сохранять интригу. Что же произошло в итоге там? Линия поведения героя должна согласовываться с его текущими задачами, которые ведут его к сверхзадаче. Да, что я делаю, какие у меня задачи, которые меня ведут к тому, чтобы все-таки было достигнуто. История развивается от завязки к кульминации, потом идет на спад и к развязке. Ну, об этом мы уже показывали слайд. Да. Развязка раскрывает перед нами ценность или мораль истории и призыв к действию. Напоминает о цели рассказа. А ради чего мы двигаемся дальше? Какова мораль? Все неудачи меня только закаляют. Я становлюсь каждый раз сильнее и увереннее, стрессоустойчивее. И спасибо Вселенной, что она мне дает эти уроки получать в этой жизни. Ну и, конечно же, ошибки. Первое, это когда мы говорим, что вот было что-то, и быстро пробегаем детали и факты. Очень важно прямо в эмоции, в состояние, в чувства окунаться, потому что это то, что люди будут чувствовать. Обязательно, когда люди подпускают официальный язык, рассказывают таким официальным языком, то это неинтересно никому. Очень интересно слушать рассказчиков. Знаете, вообще сторителлинг называют кино для бедных. Когда не было кино, фильмов, то были рассказчики, которые приезжали и рассказывали какие-то истории. И люди с удовольствием истории эти слушали. Ну, кстати, все сказки, все былины, это про это же. Мы всегда слушали это с детства. А рассказы у костра, кто их не рассказывал? Да, у костра. Черный кот, мое сердце, вот так. Кстати, я хочу вам посоветовать, что сейчас, во время длинного перерыва, каждый должен рассказать свою страшную историю с детства. Вот обязательно расскажите свою страшную историю с детства. У каждого она есть точка. Дальше, не избегайте эмоций. Используйте сильные и учитывайте слабые стороны. На них делайте акценты. Не думайте, что размер рассказывания структуры второстепенны. Ну и, конечно, не пытайтесь скрыть какие-то неудачи, трудности, какие-то ситуации, с которыми вы столкнулись. Это то, что вы прожили, пережили и после этого, по сути, возродились. Возродились заново и стали сильнее и крепче. Я знаю, что здесь сидят люди, которые, идя к своим достижениям, которые привели вас сегодня сюда, точно прошли немало каких-то препятствий. Поаплодируйте сами себе за то, что вы такие крутые, преодолевающие все препятствия, идущие с гордо поднятой головой к тому, о чем вы мечтаете. И несмотря ни на что, вы придете к этому результату. Только не сдавайтесь. Сегодня многие подходили и спрашивали, у вас, наверное, все растет, у вас, наверное, все разгибается, у вас, наверное, бурный рост. А я скажу вам так. Сегодня, ну, это мое личное мнение, не время бурного роста. Сегодня время сохранения. Сохранения структур. Сохранения внутреннего своего состояния, потенциала. Сохранения людей, которые вокруг вас, и их наполнение энергией. Сегодня время укоренения. Подготовки ресурсной базы для будущих взлетов. Сегодня важно дарить людям тепло, утеплять отношения. Сегодня важно быть рядом с людьми, быть им вот рукой, поддержкой, помощи и выстраивать те отношения, которые позволят вам потом вместе двинуться к самым большим результатам, которые вы запланируете. И мы желаем вам вот этого внутреннего спокойствия, стрессоустойчивости, размеренности в достижении тех целей, которые вы знаете, что у вас есть как сверхзадачи,
и делайте свое дело. Знаете, как говорится, делай то, что должно, и будь, что будет. Мы будем жить, у нас все будет хорошо. Верьте, верьте в себя, верьте в своих людей, верьте в компанию и верьте в то, что мы будем праздновать свой огромный успех на новых событиях. С 25-летием вас побелить всех! Добавить. Если Бог с нами, кто против нас? Да!